2016 году нововведение. Кубок РГСУ, лидеры турниров А и Б, то есть это мужской и женский самые главные турниры, лидеры играют в актовом зале. Я поднимаюсь по лестнице, если я не ошибаюсь, это третий этаж. Ну, в общем, попробую сейчас проникнуть вот в эту святая святых. И заснять. Пары интереснейшие, конечно. Сегодня третий тур. И уже как бы все лидеры победили всех аутсайдеров. И я иду в актовый зал, где происходило открытие, закрытие и все такое прочее. Посмотрим, когда день добрый.